Приветствую вас! Меня зовут Казин, и сегодня мы рассмотрим историю службы линкора «Ямато». Итак, поехали! Линкор «Ямато» в качестве флагмана Объединенного флота участвовал в сражении у атолла Мидуэй в июне 1942 года, но фактически не имел столкновений с противником, так как находился на расстоянии в 300 миль от японских авианосцев. 28 мая 1942 года «Ямато» перебазировался в район острова Трук, где провел около года, выполняя роль плавучего штаба Объединенного флота. Японское командование берегло свои линкоры для предполагаемого генерального сражения с американским флотом. В реальности война на Тихом океане вылилась в череду небольших, но изнурительных стычек, в которых силы японского флота таяли, пока сильнейшие линкоры отстаивались вдали от зон активных боевых действий. В октябре 1944 года японские суперлинкоры были наконец-то брошены в серьезный бой. Американцы начали высадку на Филиппины и в случае успеха операции могли разрушить оборонительный периметр и отрезать Японию от основных источников сырья и нефти. Ставка была слишком высока, и японское командование приняло решение проведения генерального сражения по плану Сего, где главная роль отводилась крупным артиллерийским кораблям. Северная группа, включавшая немногим уцелевшие авианосцы, должна была сыграть роль приманки для 38-го оперативного соединения, главной ударной силы американского флота. Основной удар по десантным судам должны было нанести первое диверсионное соединение вице-адмирала Куриты. В его состав входили 5 линкоров, включая Ямато и Мусаси, 10 тяжелых и 2 легких крейсера, а также 15 эсминцев. Соединение должно было утром атаковать десантные суда у острова Лейте. Поддержку ему оказывало меньшее по силам второе диверсионное соединение вице-адмирала Нисимуры, следовавшее проливом Суригао. Бой в море Сибуян. 22 октября первое диверсионное соединение вышло в море и уже на следующий день было атаковано американскими подводными лодками, потопивших 2 тяжелых крейсера Атаго и Майя. Утром 24 октября, когда соединение вице-адмирала Куриты находилось в море Сибуян, начались массированные атаки американской палубной авиации, в ходе которых удалось потопить японский суперлинкор Мусаси. Погибло 1023 члена экипажа, включая его командира, контр-адмирала Иногути, который предпочел погибнуть вместе со своим кораблем. Потери американцев составили 18 самолетов из 259 участвовавших в атаках. Несмотря на потери Мусаси, соединение Куриты оставалось вполне боеспособным, так как остальные линкоры не получили серьезных повреждений. Тем не менее, Курита колебался и даже повернул на обратный курс. Однако северная группа вице-адмирала Отзава выполнила свою роль приманки. Главные силы 38-го оперативного соединения ринулись на нее, оставив северные проливы без охраны, так как американский командующий переоценил достижения своих пилотов, рапортовавших о потоплении множества японских линкоров, и решил, что первое диверсионное соединение не представляет опасности. Курита тем временем получил прямой приказ от главнокомандующего Объединенным флотом и двинулся вперед. Соединение ночью вышло в залив Лейте. Рано утром японцы обнаружили американские корабли. Это была северная группа 7-го флота США, включавшая 6 авианосцев, 3 эсминца и 4 миноносца. На Ямато, ставшем флагманом японского соединения, приняли противника за одну из быстроходных авианосных групп и считали, что в ее составе имеются крейсера. Тем не менее, японцы вступили в бой. Ямато впервые в своей карьере открыл огонь по надводному противнику с дистанции 27 км. Первые залпы пришлись по авианосцу White Plains, и артиллеристы считали, что добились попаданий. В дальнейшем бой свелся к преследованию японцами тихоходного противника, который отвечал атаками самолетов и эсминцев. В течение последующих 3 часов японские корабли обстреливали многочисленные цели и считали потопленными несколько американских авианосцев и крейсеров. На самом деле потери американцев в сражении в заливе Лейте составили 1 авианосец, 2 эсминца и 1 миноносец. 22 ноября 1944 года, вернувшись к берегам Японии, Ямато был сразу поставлен на ремонт и модернизацию, которая закончилась в январе 1945 года. Между тем война переместилась к берегам Японии. 1 апреля 1945 года американские войска высадились на Окинаве. Поскольку гарнизон острова не имел шансов отразить десант, японское командование сделало основную ставку на самоубийственные методы борьбы. Не оставался в стороне и флот, предложивший использовать Ямато для атаки неприятельских десантных судов, несмотря на господство противника в воздухе и на море.
Утром 6 апреля 1945 года соединение в составе «Ямато», одного легкого крейсера и 8 эсминцев вышло в море для участия в операции «Тенгоу», которая с самого начала носила самописный характер. Планировалось отвлечь палубную авиацию противника и облегчить намеченные на 7 апреля атаки «Камикадзе» на десантные корабли американского флота у берегов Окинавы. Японское соединение было обнаружено рано утром 7 апреля. Начиная с полудня, «Ямато» и его эскорт подверглись мощным атакам американских палубных самолетов. Через 2 часа линкор, получив до 10 попаданий торпед и 13 попаданий авиабомб, вышел из строя. В 14.23 по местному времени произошел взрыв носового погреба артиллерии главного калибра, после чего «Ямато» затонул. Спасти удалось лишь 269 человек. С потоплением огромного линкора «Ямато» некогда могущественный императорский японский флот перестал существовать. На этом наше видео подошло к концу. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание и до свидания.